Друзья, всем привет! Заметил я такую вещь, что моя душа хочет покоя, умиротворения, а вот ум постоянно ищет причины для волнений и беспокойства. Именно об этом следующий стих. Просто сложно. Окажется порой, что все так сложно, когда события в потоке свились, и думаешь, что сделать с ними можно. Откуда сил взять, чтобы все решились? И нету в нашей жизни дел-то проще, чем просто быть, присутствовать при свете. Но ум большой, как гром, грохочет, свирепо сносит, словно вихрем ветер. Хочет он прозябать материально, не дружит он с душой и чистым духом. Заверить хочет он нотариально, что вправе управлять любым.